Спасибо большое, Маргарита. И я приветствую всех, кто в нашей комнате. Очень рада такой вот аудитории из разных стран. Приветствую всех, кто первый раз услышит о информации. Вот. И я думаю, вы будете очень-очень благодарны тем людям, которые вас сегодня пригласили. И на самом деле продукт коктейли замечательные, они уникальны. Вот. И секундочку. Слайды. Вот. Слайды. Да, и они, конечно же, замечательны прежде всего по своему составу. Потому что очень высокая биологическая ценность этих коктейлей. Здесь находятся белки, которые так важны для нашего организма, и, к сожалению, часто мы их недополучаем. Причем белки растительные, большая часть растительного происхождения – это бобовые, это соевые, здесь есть и молочные, небольшое количество. Вот, и поэтому это то, что хорошо усваивается организмом. И плюс это белки обогащены витаминами и минералами. И вы знаете, ученые так хорошо, вот как всегда, поработали, и все оно друг друга добавляет, и большая синергия идет. Все витамины, все минералы и белок взаимо друг друга добавляет, усиливает, и происходит синергия. Увеличение, да, усиление действия лучше усваивается, и лучше все нашим организмом потом будет усваиваться. Таким вот образом работает. Поэтому на самом деле состав шейков уникален. И я не знаю, может быть, не совсем хорошо видно вот на слайде, но здесь есть очень большой, очень богатый состав. Вы знаете, буквально весь комплекс витамина группы В я не видела, где бы так он был широко представлен. Здесь даже есть редкие витамины группы, о которых мне хотелось рассказать бы более подробно. Здесь и витамин А, и Д, и Е, витамин С. Здесь есть и железо, и фосфор, и кальций, и цинк, и медь, и йод, и селен, и марганец, и магнезиум, и калий. И каждый из этих компонентов просто необходим для того, чтобы наша пища была полноценной, вот о котором говорила Маргарита. И все это сбалансировано, все это составлено, продумано, проверено учеными для того, чтобы восполнить наше питание. И на самом деле это может быть и замена приема пищи, и это может быть добавление к пище для того, чтобы наш организм получал просто все, что необходимо. Кроме этого, здесь находятся еще незаменимые аминокислоты. Вот мне на них хотелось немножечко более подробно остановиться. Здесь есть незаменимая аминокислота, такая как L-метионин. Вы знаете, это важнейшая составляющая, важнейшая незаменимая аминокислота, потому что она играет очень большую роль в обмене веществ. Поэтому наш шейк регулирует обмен веществ. Мы будем еще об этом говорить. И она просто необходима для синтеза белков, даже для синтеза нашего ДНК, для синтеза коллагена. Поэтому от этого зависит здоровье наших суставов, от этого зависит красота нашей кожи, упругость кожи. Это профилактика морщин. А в то же время незаменимая эта аминокислота, как метионин, она активирует гормоны, в том числе половые гормоны. Очень любят ее медики и спортсмены, потому что она регулирует жировой обмен. И это замечательная возможность предотвратить ожирение печени. Вы знаете, очень много людей сейчас страдает, даже как бы не страдающих ожирением, из-за нарушенного жирового обмена нарушается печень, да, и пройдя обследование, врач говорит, у вас жирная печень или жировой гепатоз, или фетамлебер, как говорят тут в Германии. И это идет замена клеточек печени жировыми
клетками. И из-за этого печень страдает, она не выполняет свою функцию и страдает наше здоровье. И вот именно эта необходимая, незаменимая аминокислота метионин, которую мы недополучаем с пищи, будет помогать нам вот с этой проблемой бороться. И кроме того, она способствует регенерации клеточкам печени и регенерации клеток почек в том числе. Кроме того, она помогает выводить токсины. Особенно токсины тяжелых металлов, таких как ртуть, свинец, которые просто очень много в городах, где много машин, где много химических выбросов. В настоящее время медики используют эту незаменимую аминокислоту в комплексном лечении при артритах, потому что я говорила, что она очень полезна для выработки коллагена, для нормализации, регенерации хряща. Используют ее при токсикозе беременных даже, при остеопорозе. Последние данные показали, что она необходима для того, чтобы давать силу нашим мышцам. Поэтому ее так любят спортсмены. Уменьшается мышечная слабость. Дается сила мышцам, и в том числе сердечной мышцы. Поэтому увеличивается сила сердечных сокращений. И это очень большая польза для пожилых людей. Кроме того, эта аминокислота уменьшает задержку жидкости в организме и нормализует передачу нервных импульсов в мозге. Поэтому мы говорим, что этот продукт улучшает интеллект, дает нам интеллект. Ученые обнаружили, что именно эта аминокислота участвует в процессах, метаболических процессах в головном мозге. И поэтому восстанавливается химический баланс мозга, и он уменьшает такие симптомы, как перепады настроения, нарушение сна, внутренняя дрожь. И сейчас в геронтологии вот наука о старении, да, замедлении старения, вот очень тоже с успехом используют эту замечательную аминокислоту. И, дорогие женщины, метионин очень важен, да и мужчины тоже очень важны, потому что она является важным поставщиком серы для нашего организма, и поэтому это красивые волосы, красивые ногти и профилактика морщин и улучшение нашей кожи. И, конечно, это замечательная возможность для регенеративных процессов, для заживления, да, различных в нашем организме. И можно очень много говорить вот об этой аминокислоте, вот, насколько она полезна. Кроме того, здесь есть другая важная аминокислота, это цистин, который тоже важен в построении важных белков в организме, прежде всего инсулина, поэтому это профилактика сахарного диабета. Он также участвует в построении такого белка, как иммуноглобулин. И вы знаете, от этого зависит наш иммунитет. И это очень важный антиоксидант. И, как доказывают ученые, защищает наш организм от свободных радикалов, которые особенно вредны при курении, при алкоголизме. И это тоже укрепление соединительной ткани. Поэтому это красивая кожа, профилактика морщин и рост волос. Вот, казалось бы, две такие аминокислоты, но о них можно рассказывать на самом деле часами. И здесь есть целый комплекс, замечательный комплекс буквально всех витамин группы В. И я не буду касаться каждого, я расскажу просто вот о таком редком витамине В8. Вы знаете, я почти не встречала вот его в каких-то биологически активных добавках или в каких-то комплексах. Он редко очень встречается, и вот здесь он есть. И это он очень важен для полноценного развития и функционирования всего организма. И вы знаете, когда дефицит вот именно витамина В8, то страдает прежде всего поджелудочная железа, щитовидная железа. Понятно, поэтому страдает обмен веществ.
И когда дефицит витамина В8, просто невозможная нормальная работа клеток мозга. Я расскажу сейчас, да, почему это. Потому что стимулируется мозговая деятельность. И знаете как, когда появляется в нашем организме витамин В8, а все клетки стараются его накопить, особенно клетки мозга, спинного мозга, головного мозга, и они накапливают его в клеточных мембранах. И когда случается в организме стресс, а у нас он случается часто, мы живем в такое стрессовое время, так вот эти как раз вот витамин В, он важен для нейтрализации стрессовых ситуаций. И поэтому достаточное количество витамина В, который собирается вот именно в клетках головного мозга, стимулирует умственную активность, усиливает способность к запоминанию и улучшается концентрация внимания. А кроме этого, как доказали ученые, вот именно витамин В8 нормализует синтез, то есть вот, производство, да, белковых молекул, благодаря которому стимулируется рост костей, поэтому это очень важно при переломах, при остеопорозе, при каких-то нарушениях костной системы и мышечной ткани. Поэтому витамин В8 ну, просто обожают спортсмены. Кроме этого, доказали, что витамин В8 – это большая польза для мочеполовой системы. И репродуктивная функция как мужчин, так и женщин зависит от количества этого витамина в крови. Вот. И поэтому, к сожалению, нехватка витамина В8 может стать причиной бесплодия. Также он положительно влияет и на зрение, и большое количество витамина В8 требуется и сетчатку, и хрусталику. Да, поэтому это профилактика заболеваний зрения. Вот. Кроме того, это улучшение кожи, это нормализация кровообращения, это нормализация холестерина, вот, и многие другие процессы в организме он регулирует. Я не буду касаться и утомлять ваше внимание подробным рассказом о каждом составе, но поверьте мне, каждый витамин, каждый микроэлемент очень важен и очень грамотно сбалансировано нашими учеными вот именно в этом коктейле. Поэтому мы получаем удивительную возможность, да, благодаря коктейлю повышать обменные процессы, потому что, к сожалению, благодаря вот фастфуду и пустой пище, о которой говорила сейчас Маргарита, у нас у многих занижены обменные процессы. Так вот, этот коктейль нормализует обменные процессы, что очень важно. Он является источником энергии, он укрепляет иммунитет, дает тонус, он помогает соблюдать диету, помогает поддерживать вес. И поэтому улучшается настроение, потому что здесь витамины группы В, они нейтрализуют, да, наши стрессы, они защищают нас от стрессов. Поэтому повышается работоспособность, повышается жизненный тонус и умственная деятельность. И снимается нервное напряжение, потому что, помните, я говорила, как В8 накапливается, чтобы потом нейтрализовать это нервное напряжение. Нормализуется ритм сердца благодаря тем необходимым микроэлементам, калию, магнию, благодаря тому, что улучшается мышечная сократимость. Это очень важно для нашего здоровья. И вот такие вот замечательные, да, коктейли мы уже имеем, вот в этом месяце можем попробовать. Вот. И я думаю, что эти коктейли очень многие люди ждут, да, потому что этот коктейль необходим просто, я так думаю, что всем. Мы здесь видим, кому он нужен, но вот у меня такое чувство, что этот продукт, этот замечательный вкусный коктейль, ждут очень многие люди. И это и молодым людям, и активным людям. И вы знаете, этот коктейль нужен и очень пожилым людям, потому что после 40 лет нарушается синтез мышечной
ткани. И даже если вес остается прежним, да, то уменьшается мышечная масса. И плюс из-за того, что начинают страдать процессы пищеварения, нарушается всасывание белка, особенно животные белки. Поэтому после 40 этот коктейль еще, я думаю, что более необходим и пожилым, чем молодым. Потому что, чтобы была мускулатура, чтобы та же мышца сердца правильно работала, необходимо количество белка. Плюс с возрастом многие люди уменьшают количество мяса, да, вот, а там белок. Вот. А замена растительным не всегда как бы получается так организовать свой режим питания. Этот продукт подросткам важен, потому что вот даже о том, о чем я сегодня говорила, о витамине группы В, вот если В8 не хватает, как считают ученые, у подростков, то у них нарушается рост, да? Они плохо растут. Вот просто может быть причина вот именно этого витамина. Поэтому это важно и подросткам. Конечно, занятым деловым людям для того, чтобы правильно питаться, когда ритм жизни очень насыщенный. Это поможет. Замечательные коктейли. Вот. Те, кто заботится о своем теле и внешнем виде, да, потому что это можно контролировать вес, да, это можно ухаживать за своей кожей, за волосами. Все эти компоненты, которые находятся в шейке, будут этому способствовать. И, конечно, кто придерживается диетам, вы знаете, мы, конечно, будем делиться результатами. Я имею счастье вот уже 3 дня пользоваться этими коктейлями. И вечером абсолютно меня не посещает голод. Да? То есть вечером я часов 5-6 выпиваю коктейль, и мне не хочется чего-то такого, как часто бывало, часов 8-9 хочется бежать к холодильнику, тогда, когда не нужно. И вот этих вот набегов абсолютно нету, и я думаю, что это вот будет очень хорошая помощь для тех людей, кто придерживается диеты. А для тех людей, кто контролирует свой сахар, это тоже очень важная помощь. Вот. Для тех, кто занимается спортом, особенно хорошо после нагрузок, да, чтобы помочь мышцам восстановиться, чтобы помочь организму прийти в норму. Вот. Этот продукт важен тем, у кого есть аллергии, потому что вот о чем я рассказывала, метионин, он как раз снимает, уменьшает симптомы аллергии. Вот. И, возможно, поможет уменьшать проявление аллергии. То есть этот продукт, этот коктейль важен и здоровым людям, и тем людям, у кого есть какие-то проблемы по здоровью. Тем, кто живет в экологически неприятных местах, потому что составляющие этого коктейля будут помогать выводить токсины и будут являются еще и антиоксидантами. Вот. Поэтому бесконечная такая вот аудитория, вот, которые ждут этот продукт. И я думаю, что мы очень много еще об этом будем слышать и будем дальше об этом много узнавать, об этом замечательном коктейле. И вы знаете, компания постаралась и приготовила очень много рецептов. Его можно принимать и с обычным молоком, и миндальным молоком, и просто с водой, и с соком, и с йогуртом, и с кашами, и добавлять фрукты, и так далее, и так далее. Знаете, просто очень много вкусных, полезных, самых разных рецептов. Поэтому, знаете, это не надоест, их можно комбинировать, их можно применять творчество и с хлопьями, и все, что хотите на ваш вкус и выбор. И пока вы сейчас можете видеть, да, вот эти рецепты, я с большим удовольствием приглашаю к микрофону тех счастливчиков, кто уже попробовал эти коктейли или в Венгрии, а может быть, кто-то уже получил его. И я отпускаю микрофон, чтобы вы поделились
своими результатами, своими наблюдениями. Это самое вот такое полезное.